10 октября 2015 года со стороны населенного пункта Пески вооруженные силы Украины из тяжелых 120-миллиметровых минометов были обстреляны поселок Веселый, Киевский район, город Донецк. В результате обстрела один военнослужащий армии ДНР погиб на месте, еще двое получили тяжелое ранение, сгорел 9-этажный дом. Данный инцидент свидетельствует о том, что украинская сторона, вопреки минским договоренностям, не отвела все тяжелые вооружения более 100 мм от линии соприкосновения. И, как видно, не способна обеспечить должный контроль над остающимися при фронтовой зоне подразделения вооруженных сил Украины. Армия ДНР, в свою очередь, не допускает ответных оборонительных обстрелов, но способна защитить республику и граждан от любых провокаций украинских войск. Сейчас на местах пострадавших от обстрелов работает следственная группа, также представители специальной мониторной миссии ОБСЕ и совместного центра контроля и координации. Все обстоятельства происшествия будут зафиксированы, задокументированы и доведены до международных организаций. Призываем украинскую сторону, если она заинтересована в мирном урегулировании конфликта и соблюдении минских договоренностей, провести собственное расследование данного инцидента и его результаты представить ОБСЕ. Представители миссии ОБСЕ вчера присутствовали. Они подтвердили гибель и ранение военнослужащих. Они подтвердили, что обстрел велся из запрещенных минскими договоренностями вооружений. Мы не говорим о том, что нарушения как таковы были. Мы говорим о том, что 120-миллиметровые, которые применялись, они это подтвердили. Украинская сторона хочет выглядеть красиво, но при плохой игре. Она постоянно придумывает какие-то отговорки, чтобы в их сторону не было обвинений. За минувшие сутки украинская сторона нарушила 13 раз режим прекращения огня, в результате которого по территории было выпущено 14 мин калибром 120-82 мм, также обстрел велся из БМП.